педагогической общественности и всего Серпуховского района хочется присоединиться к словам ранее выступающих участников митинга и еще раз сказать о том, что своими делами Владимир Путин заслужил огромный авторитет среди здравомыслящих и неравнодушных к судьбе своей родины людей. Я дам свой голос за Владимира Владимировича Путина, потому что этот человек поднял нашу страну с колен, вывел ее на высокий уровень мировой политики. 4 марта я отдам свой голос и буду голосовать именно за этого кандидата. На сегодняшний день наши инвалиды могут получить высшее образование и по дистанционному обучению, и по вечернему. В общем, выбирают по кейсовому обучению. Сегодня наши инвалиды страны могут участвовать в спортивных соревнованиях, ездить на Паралимпийские игры. Естественно, под управлением Владимира Владимировича Путина началось вот это движение. Посмотрели на инвалидов, поняли инвалидов. И мы на сегодняшний день полноправные члены нашего общества.